птица, трешка. Бэха, кто ж тебя выдумал? Дымом дымится под тобою дорога. Эх, кони, что за кони? Сколько же лошадей у тебя под капотом? Тихо! Заткнись. Подъезжаем, Павел Иванович. Московские номера проехали. Далеко заехали. Забронировано и оплачено два номера. Один эконом, один люкс. Эконом для Селифан Кузнецов и люкс для Чичиков Павел Иванович. Биг-мак из говяжьей котлеты по-русски. Скажите, пожалуйста, а хозяин ваш, ну, то есть гостиница эта, он из местных? Да, местная она, Агафья Тихоновна, жена Алексея Ивановича, начальника полиции. Ох ты ж, пулярка в собственном соку. И гостиница, и ресторан этот, все ее. А посетителей-то много у вас? Гостиница-то большая. Не жалуемся. Это сейчас утро никого. А под вечер полная посадка каждый день. Ресторан у нас лучшим считается. Икра осетровая на льду с блинами. Ну, в общем, вся администрация у нас тут отдохнуть приходит. Ну, ясно. А принесите мне, пожалуйста. Чичиков, проходите, пожалуйста. Губернатор ждет вас. Добрый день. Присаживайтесь. Павел Иванович Чичиков, да? Вы к нам из Москвы? Так точно. Вчера приехал, остановился в гостинице, но, честное слово, въезжаешь в вашу область, как в рай. Дороги бархатные, не хуже немецких, а в самом городе так еще и лучше. Все для людей, все для блага человека. Благодарю вас. Но, однако, давайте ближе к делу. Здесь в бумажках написано, вы из Министерства культуры. Совершенно верно. Я государственный инспектор из отдела культурного исторического наследия, и вот по какому делу. Вы, наверное, слышали, что московское правительство сейчас
очень широко разрабатывает программу «Реновация». Так вот, в программу «Реновация» входит не только обновление жилого фонда, но и столичных кладбищ. В результате осуществления данной программы в связи с более компактной застройкой и уплотнением мы получаем новые площади для захоронения в самых престижных исторических местах московских кладбищ. Это все очень интересно, да. И понятно, непонятно только, чем мы-то вам здесь полезны. Видите ли, наш министр, министр культуры, одобрил инициативу внутри ведомства и издал формуляр, благодаря которому мы сейчас имеем возможность перезахоронить в столице, на самых престижных местах, выдающихся деятелей русской провинции. Ученые, деятели культуры, чиновники, военные, безоветно служившие России последние 20 лет. Очень-очень интересно. А я к вам и приехал собрать эти списки. Замечательная инициатива, прошу вас. Надо же, как это интересно. Это я все размышляю по поводу этой инициативы. Представляете, лежит себе некто на каком-нибудь богом забытом кладбище, ни о чем не думает, и вдруг, бах, он уже в столице, среди самого высшего общества. Вот именно, самого высшего. Так сказать, цвет и гордость России. Да. Павлович, а вот что. Приходите-ка сегодня к 5 часам в губернский ресторан. Место очень известное. Мы там устраиваем благотворительный вечер по поводу сбора средств. Сейчас, если вспомню, по-моему, детей-сирот или детей-инвалидов. Ну, одним словом, инвалидов-сирот. Там как раз будут очень нужные по вашему делу люди. Мы с вами тоже поговорим. У меня к вам, видите ли, возникло одно дело. Друзья, делаем ваши взносы. Василий Сергеевич, Марина. Ваш взнос в помощь районам, пострадавшим от наводнений и лесных пожаров. Друзья мои, друзья, даю 1 000 000. Друзья, поблагодарим Василия Сергеевича, ваши аплодисменты. Вот это по-нашему, молодец. Кстати говоря, очень нужный вам человек. Можете согласовать с ним в списке. Он у нас из кабинета сутками не выходит. Трудоголик. В хорошем смысле этого слова. А вообще добрейшей души человек. Бессеребренник. Василий Сергеевич, будьте добры. Павлович, прошу познакомиться. Это Василий Сергеевич Манилов. Он начальник управления по социальным вопросам и по совместительству здравоохранения. А это... Чичиков Павел Иванович, он к нам из Москвы, друзья мои, из Министерства культуры. Прошу любить и жаловать. Я прошу вас, окажите всяческое содействие Павел Ивановичу и решайте с него вопрос. Да, буду рад помочь, Павел Иванович. Но будет лучше к нам домой приехать, за город. У нас обед. Завтра же. Василий, завтра. Да. Я прошу вас, познакомьтесь. Павел Иванович. Собакевич, начальник отдела культуры. Милости просим к нам на ужин. Вообще все по-простому. Все вопросы порешаем. Завтра же, Михаил Семенович. Прошу вас, познакомьтесь. Алексей Иванович, начальник УВД. Знакомьтесь. Анатолий Алексеевич, прокурор. Начальник главпочтам Иван Андреевич. Иван Григорьевич, председатель палаты. Счетный. Друзья, делаем ваши взносы. На! Братцы! Даю 10 000 000! Поговорим за поудобшим! 10 000 000! Завтра все переведу на карту! На! Это наше. Назрев. Тоже из администрации? Mm-hmm. Начальник отдела по физической культуре и спорту. Как тебя забыл я? Чичиков Павел Иванович.
Паша! Паша! Не помнишь, что ли? Это я, Витька Ноздрев. Мы вместе служили добровольцами в народном ополчении. Ну ты что, не помнишь, что ли? Слушай, Пашка, я всегда знаю, ты при бабосе же был, Шельма. Одолжи мне десятку, а? Они мне не верят. Переведи мне на телефон, я тебе завтра налом все верну. Руки обрывай! Пашка! Чисика! Витя! Руки обрывай! Нетолерантный ты человек, Ноздрев! Я все время первый раз вижу этого человека. Вот и забудьте о нем. Не берите в голову. Между нами говоря, я сам бы его давно с работы турнул, и не так. Видите, что за фрукт. Но, увы, не могу. Он родственник. Хоть и дальний, но родственник нашего митрополита. Паша! Руки обрал! Руки обрал! Вот и терпим его все. А вы утром говорили, что у вас дело ко мне есть. Ах, да, дело. Спасибо, что напомнили. Я вот все думаю о реновации центральных московских кладбищ. Ну что же, вот эти площади освобождаются. И что, они продаются или как? Практически нет. А, как же. А, все места уже в различные ведомства уже распределены и забронированы ВИПами. Жалко, потому что я думал, ну, купить для себя. А, я даже не знаю, чем помочь. Даже не знаю. А может быть, подумаете? Да, я даже ума не приложу, как тут. Даже не приложу ума. Как, да. Ну, может, приложите. Даже, ну, если только... Если только... Что? Ну, если только вписать вас в те самые списки, которые я здесь собираю. Но я даже не знаю, можно ли так. Господи, так а почему же и нельзя-то? А ведь это хорошая идея, Антон Кузьмич. Ну и договорились, тогда я подам вас вместе со списками, и место за вами. А нельзя ли его выбрать? Ну, конечно. Новодевичьем и Новоганьковском у нас везде квоты имеются министерские. А вы где бы хотели? А нельзя ли, понимаете? У Кремлевской стены. У Кремлевской? Да, и... Чтобы вот так вот скромный такой бюст. Ну, а вы там с кем бы хотели? А кто там есть? Ну, там и Брежнев, и Сталин. Да, но есть одно забронированное место для... На будущее. Для Владимира Владимировича. Ну, и там два места слева и справа. Так вот там... Там хочу быть рядом. Ну, знаете, такого рода решения я один принять не могу. Мне надо посоветоваться. Я за цену не постою. Кстати, сколько это могло бы стоить? Вы знаете, такого рода места... Их всего два на всю Россию. Слева и справа. Ну, так и... Ну, с учетом всех скидок и всех дисконтов и... при условии, что мне придется советоваться, понимаете, то, ну, я так понимаю, миллионов, ну, миллионов 100. Ну что, я считаю, вполне справедливо. Все-таки место и, понимаете, да, но с учетом того, что расходы по спискам полностью берет на себя государство, это вы мне сказали, я запомню. Я предлагаю 40 и справа. Справа 60. Огромный спрос. Согласен, 50 и справа. 55 – исключительное желание помочь. 52. Хорошо. 52. С половиной. По рукам. До завтра. Пятьдесят два с половиной миллиона. И срывая я меня, прочь лети душа моя.
Павел Иванович, доброе утро, позвольте. А? Антон Кузьмич, прошу вас. Благодарю вас, благодарю. Ну что, Павел Иванович? Это что же, деньги? Пирог. Супруга моя, когда узнала, что я к вам собираюсь, собственноручно изготовила это чудо и велела передать вам, что я с особой радостью делаю, прошу вас. Благодарю вас и передайте вашей супруге мою огромную благодарность. Все непременно. Да, а где же деньги? Ах, деньги. Я так подумал. Нехорошо, если я один получу столь высокое место. Ну, после своей кончины. Все-таки у нас в администрации достаточно людей, которые более чем достойны этого. Угу. И которые могут вас отблагодарить, Павел Иванович. Прекрасная идея, Антон Кузьмич. Например, прокурор. Замечательный, честнейший человек. Или начальник УВД. Превосходный человек. Между прочим, герой Афганистана. Да что перечислять? Все из них достойны высшего света. А главное, что никто не нуждается в финансах. У каждого жена. Очень успешный бизнес-вумен. Не буду скрывать, я со всеми переговорил. Коротенько ввел, так сказать, в курс дела. Все с нетерпением ждут встречи с вами. Благодарю вас, Антон Кузьмич. Что? Вот. Ну, как я вам сказал, я уже подумал, и вот что. По деньгам вы там сами с ними решаете, как и что, потому что все-таки это дело добровольное, потом коммерческая тайна. А что касается моей суммы, о которой мы с вами уже договорились, вы раскидайте ее поровну на всех и накиньте сверху на долю каждого. Я вас понял, Антон Кузьмич. Как с вами приятно. Агафья Тихоновна, Алексей Иванович, дорогой, берите помидорки и красивые, хорошие для вас. Как жена скажет, ты же знаешь, как жена. Берем, берем. Алексей Иванович, да. Ну, рядом с бронью Шойгу одно единственное место осталось. Да. 30 миллионов. Вчера было, а сегодня уже 37. Все министерства прям рвут это место. Сами понимаете, какой выдающийся чиновник государственного масштаба. Ах, хорошо, Чичиков. Идите к прокурору в суд. Да к Ивану Григорьевичу в счетную палату. И к Ивану Андреевичу на почтамт. Я просто знаю, они тоже бы хотели у вас бронь купить. Так вы мою сумму распределите поровну и накиньте каждому из них на его счет. В общем, Павел Иванович, идите сейчас к прокурору и председателю счетной палаты. И мою сумму на их долю накиньте. Я же все-таки должники мои. Ну надо же. Я и Джигурда навеки рядом. Так что вы, Павел Иванович, сумму нашу с Иваном Григорьевичем накиньте на сумму Алексея Ивановича. И почтаря нашего Ивана Андреевича. А чего же так? А вдруг они против будут? Не будут. Мы тут все чисто кумовья друг другу, да? Так что свои люди, сочтемся. От черти, от мошенники проклятые, обокрали меня, ободрали до нитки, подлецы. Утро пропало зря. Ну ничего, мы еще поглядим, кто кого. Селифан, ставь навигатор на это, как там? Маниловка, Заманиловка. За город едем. Слушаю, Павел Иванович. Я дам тебе...
кусочек. Ах, мама. Как же меня штырит, как же меня прет. Павел Иванович, я тут справки навел об этих Маниловых. Говорят, они наркоманы конченые. И это, как его, сексоголики. Ты давай руль крути, справки он навел. Павел Иванович, какое счастье, какая радость! Наконец-то вы про нас вспомнили. Василий Сергеевич, как обещал, на обед к вам. Это Лизонька, помните, жена моя. Я называю ее Кама. Кама? Камасутра. Ах, вот оно что. Очень приятно, Кама. Павел Иванович, что это мы здесь стоим? Пойдемте в дом. Дом. В дом, Павел Иванович, пойдемте, пойдемте. Какой приятнейший у вас дом, Василий Сергеевич. О, благодарю вас, Павел Иванович. Просим, просим, просим. Ну, вы вперед. Нет, что вы, я хозяин, вы гость. Милости прошу. Василий Сергеевич, не могу. Ну, не могу. Нет, вы вперед. Ну, как вы, ну что? Так принято, так уж. Василий Сергеевич, как я рад вас видеть. И почти. Как я рад вас видеть. Я прошу вас, Павел Иванович, умоляю. Вы вперед вас. Лизонька! Я вижу, вы большой любитель всего индийского. Полный поклонник. Ну, вы. У меня служба, у Камы бизнес. Так сидим в деревне. А тут давно уже намываете. Как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, крутейший, предпочтеннейший, прелюбезнейший человечек. О, да. Очень приятный человек. И какой государственник. А как он вошел в свою должность, как понимает ее. Да. А как вы находите Алексея Ивановича, начальника УВД? Не правда ли, крутейший, приятнейший человек? Чрезвычайно. И какой умный. И сразу видно, что опыта много. Ну, а какого вы мнения о жене Алексея Ивановича? Не правда ли, милейшая женщина? А прокурор? А председатель счетной палаты? Не люди, а все как один. Гордость России. А вы всегда в деревне проводите время или это отпуск у вас? Нет, больше в деревне. Ну, в город выезжаем только для того, чтобы увидеться с приятными людьми. Ну, на службу нет-нет, а заедешь. Все-таки на совещаниях-то нужно бывать. Впрочем, сейчас все можно по интернету разруливать. Но раз в неделю, а в администрации бывает. Ну, что делать? Долг. А что это мы здесь сидим? Павел Иванович, позвольте пригласить вас в столовую. О! Обедать! Просим, просим. Вы уж извините, если у нас нет таких обедов, как на паркетах и в столицах. У нас все по-простому. По русскому обычаю. Щи от чистого сердца. И со всякими индийскими пряностями. Однако. Да, любезнейший, да. Какие миленькие детки. А кому который год? Старшему 8, а младшему вчера только 6 исполнилось. И как кого зовут? Вишну и Кришна. Красивые имена. Да. Редкие. Угу. Вишну, а скажи, пожалуйста, какой ты знаешь лучший город в Индии? Нью-Дели. А еще какой? Мумбай. Умница. Да. А какой лучший город у нас? Москва. Кришна. А еще какой у нас город известный? Санкт-Петербург! В таком возрасте и с именем. Я должен вам сказать, в этих детях большие способности. Вы ничего не кушаете. Вы очень мало взяли. Да я уж полностью сыт. Василий Сергеевич. Да.
А не поговорить ли нам о деле? А. Позвольте вас просить перейти в чиллаут. Прошу прощения. Приятная комната и вид на пруд волшебный. Да и здесь нирвана. Павел Иванович, позвольте угостить вас трубчиком. Не курю. Вообще не. А яблочный кальян. Очень приятная вещь. А ежели хотите, у меня и покрепче имеется. Чиллаут. Не сделал привычки. Боюсь, говорят, трубка сушит. Ну, позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. В интернете сейчас всюду пишут, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак, например. Или выпивать. Нет. Тогда я сам. Конечно, пожалуйста, я вот даже рядом присяду. Такой запах изумительный. Прямо сладкий. Скажите, а я давеча заскочил в аптеку купить порошок от изжоги. Так поверите, одна индийская народная медицина на прилавке. А все просто. Аптеки города и области все наши. Лизоньки, в смысле. Что вы говорите? И что же, одна индийская медицина? Айюрведы. Повсюду одни айюрведы. Да, и что же, народ покупает, лечится? Еще бы. Конечно. А куда же им деваться-то? Другого-то ничего на прилавках нет. Не возим. Доход, наверное, немалый, ежели все возят. Я вас уверяю, доход достаточно. Денег хватает, слава богу. Василий Сергеевич, я не то, чтобы из праздного любопытства. Да, да. У меня к вам есть предложение. Предложение? Павел Иванович, позвольте пригласить вас в апартамент. Уверяю вас, все это совершенно законно, и даже вокруг этих площадей жестокий ажиотаж творится. Так что, Василий Сергеевич, выбирайте, где хотели бы быть похоронены, когда придет час ваш. Ну, я бы хотел, чтобы мой прах захоронили в Дели. Где-нибудь у подножья мемориала Махатмы Ганди. Или нет. Я хочу, чтобы мой прах развеяли над Индийским океаном. Меня и Лизы. Ну, Василий Сергеевич, это не патриотично. Какой пример молодежи? Вы же не частное лицо, вы сыновитый чиновник администрации. Вы должны быть похоронены непременно в Москве и с памятником, чтобы люди видели, чтобы брали пример. Это для потомков. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте сделаем так. Все-таки одну половину праха мы развеем над Индийским океаном. Ну, как частное лицо. Позвольте, мои дети, Вишну и Кришну, все пусть по-семейному устроят. Ну, а другую, воля ваша, давайте в Москве, как пример, потом. Ну, другое дело. Рядом с кем хотите быть погребены? Мы с Лизонькой хотели бы лечь рядом с Чубайсом. И его супругой Евдотьей. Я считаю, истинный пример государственности и патриотизма. А какая пара. Истинная. Голубь небесный. Чубайс А.Б. и Авдотья Андреевна. Скромненько и со вкусом на Новодевичьем кладбище. Новодевичье? Да. Ну, не дешево будет. Сколько? 15 миллионов. Кама! Камдушенко, принеси нам с Павлом Ивановичем 15 миллионов рублей. Я надеюсь, это законно никак не помешает видам государства. Нет, это абсолютно законно. Кама. Кама. Павел Иванович, прошу, ваши 15 миллионов.
Распишитесь. Это, о, боже упаси, Павел Иванович, я вам верю. А это не для меня, но это официальная бумага брони. Да расписаться просто необходимо. Просто не... Вот я балда. А что такое? Разини и балда. Что? Я же взял с вас 15 миллионов. Ну, это же за одно место. А для супруги вашей? Камасутра, рядом с Авдотьей место. Это же еще 15. Дошенька, Кама, у нас тут не друзьями не вышло с Павлом Ивановичем. Ты уж извини, это я. Вы меня простите, это я. Сообразить. Будь любезен, принеси нам еще 15 миллионов. Да. Сейчас мы это дело быстро все исправим. Оформим, так сказать, нашу Нилова Елизавета Григорьевна. 15 миллионов. Вот, распишитесь. А где расписаться? Распишитесь. Павел Иванович. Да. Где расписаться? Вот, вы меня простите. Я сразу... Не сообразил, как же у вас? Я не вижу, где... Так вот, где здесь писать, вот, распишитесь, прям вот. А, да, здесь. Да. Пожалуйста. Благодарю вас. Да, вот и... Как же у вас жарко и душно. Пойду пройдусь. Нет, я на работе не пью. Хотя, если одну. Павел Иванович, это такой серьезный чиновник. Что я? Каждый день мы с ним по городу, по пробкам. То в одно министерство. То в другое. И везде Павел Ивановича ждут. Везде он на расклад. Ну и... Я при нем постоянно. Без меня-то, как без рук. Ну, можно еще одну. Надо было 100 просить. Я тут бы и 100 дал. Видать, совсем уже умом размягчился от этой дури. Фу, ну ничего. Еще не вечер. Фу. Что это со мной? Видать, под дым попал. Ложь какая. Павел Иванович, как хорошо было бы жить с вами. Мы ездили бы на тюрингованных Бентли или Мерседесах по клубам и вечеринкам. Обворожили бы всех приятностью обращений. И, наконец, сам Владимир Владимирович, узнав о нашей такой дружбе, пожаловал бы нас генералы или сенат. В ушах музыка, в глазах искры.
Селипан! 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 Да, Павел, валим, валим, валим! Павел Иванович, умоляю, не выезжайте. Гром, грехота будет. Лизонька, Павел Иванович от нас уезжает. Потому что вы надоели, Павел Иванович. День прибудет приятный времени, проведенный с вами, Селипан. Павел Иванович, вы такое своим... Открой дверь. ...доставили удовольствие своим приездом. Это майский день, именинный сердце, Павел Иванович. Ну чем, чем? Останови! Я дурак! Я дурак, проклятый! Да ты шанс сеял! Я давай 30 миллионов в пруду топила! Идиот, наркоманы долбаные! Селипан! Павел Иванович, в гостиницу еду. Пропал чуть, совсем пропал. В сон мне желтые огни, и хриплю во сне я. Повремени, повремени, утро мудренее. Ну и утром все не так, нет того веселья. Или куришь натощак, Агафья Тихоновна, вы что здесь? Павел Иванович, Паш, я хочу лежать рядом с Газмановым. Единственная моя! И какой же русский не любит быстрой езды. Лифан, заткнись. До города далеко? Мы где? Да кто его знает, где мы, Павел Иванович?